А лыжница Яна Кирпиченко готовится к заключительным стартам этапов Кубка мира. В Скандинавии барнаульская спортсменка проведет 4 забега. Прежде чем поехать за рубеж, 23 февраля Яна поборется за победу в финале Кубка страны в Архангельской области. О не менее значимых новостях спорта прямо сейчас расскажет Станислав Сергеев. Станислав, вам слово. Сейчас все сделаем. Может, дня, а может быть и года. Общественность активно обсуждает ориентацию экс-капитана сборной страны Алексея Смертина. Это началось сразу же после того, как новостные таблоиды запестрили заголовками о том, что Алексей Геннадьевич вступил в защиту футболистов-геев. Сейчас знаменитый барнаулец занимает пост офицера в Российском футбольном союзе по борьбе с проявлением дискриминации в игре миллионов. Так вот, участники акции «Футбол против гомофобии» в Екатеринбурге и Самаре получили бумагу с приветственным письмом от Смертина. Письмо участникам зачитал президент Федерации ЛГБТ-спорта России Алексей Агапов. Эта новость в глобальных сетях набрала сотни лайков и не меньше комментариев. Несложно понять их суть. Вот такой прием использовал Алексей Геннадьевич. Приемы только уже по контактному карате можно было увидеть в Барнауле во время всероссийского турнира, который посвятили столетию со дня образования пограничных войск. Масштабы впечатляют. За призовые места боролись около 400 спортсменов из 6 регионов страны. Это юноши и девушки, возраст от 8 лет и старше. Назывались состязания Siberian Open 2018. Организаторы через нашу программу попросили выразить огромную благодарность партнерам, спортивному обществу «Динамо». Так вот, выражаем. Медали, дипломы, ценные призы. Здесь было все. Вот и серебряная медаль Кубка страны по легкой атлетике для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата нашла своего обладателя. Им стала Ульяна Подпальная. Вот эти кадры. Еще один наш земляк Иван Ревенко занял 5-ю позицию. Правда, с рекордом Алтайского края. Главное, говорит, получил 55-ю класс, что дает определенные бонусы в дальнейших стартах. Сегодня последний день турнира в Новочебоксарске. Это республика Чувашия. Наши земляки выступления закончили. Возвращаются домой. На этом у меня все. Эти 2,5 минуты вы провели вместе со мной, Станиславом Сергеевым. Не забывайте держать себя в прекрасной физической форме. И отдельно, мужчины, с наступающим праздником! Подход окончен. Слово студии.